День матери сегодня отмечают в Беларуси. Дата приурочена к православному празднику – Покрову Пресвятой Богородицы. По данным последней переписи населения, в Беларуси больше половины жителей – женщины. Из них в прошлом году впервые стали мамами почти 34 тысячи. 17 октября в Бобруйске пройдет прямая телефонная линия. На вопросы горожан ответит первый заместитель председателя Бобруйского горисполкома Игорь Кисель, заместитель главы администрации Ленинского района Виталий Граховский и первый заместитель главы администрации Первомайского района Сергей Лоцкий. На звонки будут отвечать с 9 до 12. Телефоны для связи на ваших экранах. В Бобруйске стартовал отопительный сезон. Тепло в больницах, школах, детских садах и других объектах социальной сферы станет уже сегодня. Завтра батареи потеплеют в квартирах. Ярмарка «Золотая осень» приглашает горожан за покупками. Приобрести дары природы можно 17 и 18 октября. Режим работы с 9 утра до 3. Сельскохозяйственные ряды расположатся вдоль Горького, 41. 16-19 октября в Управлении по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома не будут оказывать услуги в области занятости населения. Перерыв связан с проведением общереспубликанских технических работ.